С добрым днем, друзья! С вами СюПро, и сегодня покажу вам сидный домик ведьмы в Майнкрафте Pocket Edition. Что ж, для этого вам понадобится, во-первых, создать обычный мир и прописать определенный сид. Но его озвучить не буду, потому что его вы можете посмотреть на моем экране или посмотреть в описании. Ну, после чего, как вы ввели сид, вы создаете обычный мир, и, как вы можете заметить, мы появляемся в обычном, так сказать, большом мире. Ну что ж, для этого вы должны поставить управление прямо, и вы можете взять что-нибудь в руки, после чего вы должны двигаться определенно только влево. Да, если вы будете двигаться куда-то прямо, то хижину ведьму вы просто-напросто не сможете найти. Так, это у меня погрузки, да. К сожалению, с чанками почему-то ничего не могут сделать. Вот, и первая, так сказать, примета того, что вы нашли деревню, ой, ведьму, это вот такая деревня. После чего, как вы нашли деревню, вы должны двигаться влево. Так, влево, так, неправильно пошел. Вот, к этому красному грибу, после чего вы двигаетесь по правой стороне, да, вот, по правой стороне вот этого холма, и глядите в левую сторону, где вы должны заметить домик ведьмы. Вот, вот этот домик, как видите, домище такое большое довольно, его, его не просто заметить, то есть он, не совсем скрытый, заметить его можно. Вот, тут у него налито какое-то зелье, и, к сожалению, ведьмы у нас нет. Ну, ведьму сделать это не вопрос. Давайте, так, возьмем ее яичко. Так, нет, зашел в крафт нечаянно, давайте возьмем ее яичко. Яичку дам, яичку. Вот наша ведьма. Да, привет, ведьма. Как дела? Надеюсь, все нормально. Ну и, наверное, многим интересно, что у нее налито в котлах. Или в этом котле. Давайте посмотрим. Так, взяли, взяли, взяли. Так, а что мы взяли? Так, почему-то ничего не отображается. Довольно странная штучка. Ну, должно что-то было вроде взяться. Но все же это только первая версия. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.